Здравствуйте. Весной посадка не кончается. Очень много культур предпочтительно сажать под зиму. Ну, например, озимый чеснок. Мы чеснок традиционно сажаем где-то в 20-х числах октября, и нам это дает хороший урожай на следующий год. Также такие культуры, как петрушка и морковь, лучше всего также сажать под зиму. Объясню почему. Семена этих культур очень сухие. Вот даже на ощупь видно, что они очень сухие. У них очень и очень плотная вот эта вот семенная оболочка. Кроме того, эти семена имеют яркий запах. И вот этот запах придает им эфирные масла, которые находятся в семенах, а наличие большого количества эфирных масел препятствует всходам. Оболочка долго не прорывается ростком, и поэтому, как морковь, особенно петрушка, вот эти культуры считаются туговсхожими. Если их посадить поздней осенью под зиму, то за время вот этого зимнего периода у них оболочка размягчается, и весной они всходят практически сразу после оттаивания грядок и после того, как грядка оттает на какой-то даже не очень большой слой. Для того, чтобы провести вот эти посевы, а посевы мы проводим в октябре, когда уже и работа с землей на грядках практически невозможна, грядки вот под эти посевы готовим заранее. Что мы сейчас делаем? Во-первых, нам надо грядку прорыхлить. Грядку мы прорыхляем либо перекопкой, либо плоскорезом, если у вас земля легкая. Грядку нужно обязательно прорыхлить, потому что в октябре мы уже эту грядку прорыхлить не сможем. Там уже будет, скорее всего, и может быть первый снег выпадет, а потом растает. Но земля будет очень мокрая. И для того, чтобы нам не возиться вот в этой вот грязи, мы вот сейчас рыхлим эту грядку. И вносим органические и минеральные удобрения. Вносим перегной, вносим содержимое компостной ямы и вносим фосфорно-калийные удобрения. Азот нам сейчас ни в коем случае не нужен, потому что, во-первых, под действием азота может тронуться росток, пока еще земля не промерзла в рост, а потом земля промерзнет, и росточек просто замерзнет, и мы останемся на следующий год ни с чем. И вообще азот, он не накапливается в почве, и весной вот тот азот, что мы внесем осенью, в почве уже не останется. Поэтому сейчас мы берем фосфорно-калийные удобрения, а эти удобрения мы берем в гранулированной форме. Это суперфосфат и это сульфат калия. Хлористый калий в грядку, где мы будем сажать озимые культуры, лучше не добавлять, потому что все-таки хлор, он препятствует хорошему росту растений, и хлор, когда он будет выделяться, может и на всхожесть семян повлиять. Каким образом нужно вносить удобрения? Часть удобрений нужно обязательно будет насыпать на поверхность земли перед перекопкой, потом перекапываем землю, и вторую половину удобрений мы также высыпаем на верхний слой земли с легкой заделкой. То есть таким образом мы почву удобряем на довольно-таки большую глубину, а морковь и петрушка – это корневищные культуры, корнеплод у них глубоко в землю, то есть они выбирают питательные вещества из нижних слоев земли. С осени лучше всего готовить грядку и под кабачки, и под огурцы, для того, чтобы весной, во-первых, мы их и рано сажаем, но здесь даже не в этом дело. Кабачки, огурцы очень требовательны к питательным веществам в почве. Поэтому мы грядку готовим заранее, заправляем перегноем, заправляем тем, что у нас перегнило на компостной куче, и заправляем минеральными удобрениями. За зиму это все придет в состояние, доступное растениям. И весной, как только почва оттает, мы можем смело под пленку сажать наши культуры. И тогда мы получим ранние всходы и ранний урожай. У нас даже в наше короткое лето все успеет вызреть и прекрасно оплодоносить. Надеюсь, мои советы помогут вам правильно приготовить грядку уже сейчас в сентябре, и весной у вас будет меньше заботы.